такое колебание, что такое там резонансные отношения. Потому что, ну как мы можем представить, что через все вот это вот что-то проходит, да? Но ведь проходит же все равно. Можно эмоцию передать, можно желание, можно передать состояние, все что угодно, информацию любого рода. Вкус, запах, цвет, там, движение, неважно. То есть при определенном режиме возникают условия передачи, которые описываются традиционным уравнением Максвелла. Горечь, и такое ощущение, что я откусила немного лука и жую, и плохо мне. Ой, да, вот оно. Фу, сейчас он у меня. Все, убирай. То есть вот когда вы за счет того, что у вас развито воображение, развито, ну, что называется, моделирование ситуации, эту управляющую картинку вы можете передать уже, как картинку именно по управлению. То есть картинку измененного состояния действительности, ну, вот, которая будет. Ну, какую картинку? Ну, вот вы хотите, вот, вот он идет, чтобы он споткнулся, да? Ну, как вот часто еще шалят студенты, там, идут сзади за прохожим, да, вот сейчас, вот споткнется. Вот они сами делают вид, что они сами спотыкаются, и при этом смотрят на него и думают, что это не я, а он. Вот они организуют, собственно, системное взаимодействие. Это то же самое. То есть, значит, вы должны под, ну, подстроиться зеркально. Ну, что это вы? То есть вы в него как бы, да? Вот вы. А потом, когда уже вот вы наработали, вот он, машина. И вы почувствовали, да, вот чуть больше, чуть меньше, а потом сложно. Чик. Ну.